Айпалара алагамтазу распладмақапте ускор министр Сергей Лавров Апснахадаслан бжене хүнткары ахипшым разхадзарей аяйра амши идейны холид. Сергей Лавров айпалара жахам тұғайдзейд Апсна азхаздығы ахүнткарра ку эйхахаразы ацхарара шығырдзон. Лично раз хочу подтвердить нашу солидарность в становлении государства Республики Абхазии во всех сферах, включая развитие экономики, развитие социальной сферы, энергетики и, конечно же, то, что касается нашего взаимодействия на международных площадках, будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств. Хочу выразить признательность за регулярно оказываемую гуманитарную помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украину, и рассчитываю, что эта помощь будет действительно помогать достигать результата, который обозначен в выступлениях президента Российской Федерации. Айпалара жапснахадаслан бжене язгуэйтед гуаху радула апснаваажлара ишрыдыркалаз, ақудежлар бжарапия хайырт бағуазы аша күргыларазы, айгуа анапыз зэйюз аинвестиция проектазы айкуша хатра. Уважаем благодарность руководству Российской Федерации. Недавно было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта города Сухум. Для нас это имеет огромное значение, мы к этому шли несколько лет. Хотел бы выразить благодарности за соглашение о двойном гражданстве. Это тоже имеет большое значение. И нашим гражданам данный документ был воспринят с большим воодушевлением. В том случае я хотел бы подчеркнуть приверженность руководства страны, народа Абхазии интеграционным процессам, которые реализуются на постсоветском пространстве по инициативе Российской Федерации. Мы хотим бы участвовать, и это соответствует коренным интересам жителей Абхазии. Сегодня я знаю о том, что будет подписан межведомственный план консультации. Это тоже один шаг существенный наших контактов. Конечно же, в любом случае, не могу не сказать об этом, всемирная поддержка, исходя из наших возможностей, то есть спецоперации, которые проводятся на Украине, вы это подчеркнули. Маски, как говорится, сняты. Недавно мы обратили внимание на то, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно, о чем идет речь, с кем мы имеем дело. Поэтому в этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца. За большой личный вклад в признание независимости Республики Абхазия, укрепление и развитие абхазо-российских межгосударственных отношений наградить орденом Ахдзапша первой степени Лаврова Сергея Викторовича, президент Республики Абхазия Аслан Бжани. Урыстыл однокопте ускор министр Сергей Лавров, а республика Апсны ахипшымра азхадзарей. Апсны урыстыл апе хүнткарры бжарапи айзығызы ашы курыржиарей рұғуарей аусачы илагала дозы апсны хүнткары ирей хадзоу, а хүнткарры бхамты ахцыпша орден актпе аведзара яны шоу. За ваши труды поддержки нашего народа. Низкий вам поклон. Это политика России, политика нашего президента. Мы всегда будем с вами. Спасибо большое. Сергей Курцхепа, Алекс Агуха, Апсуа, Телехопшрам.